Также на площадке Иннопрома Ульяновской области Российский союз промышленников и предпринимателей подписали соглашение о реализации инвестиционных проектов. Договоренность о сотрудничестве закрепили на бумаге губернатор Алексей Русских, президент Союза Александр Шохин и глава объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской области Людмила Некрасова. Взаимодействовать стороны будут по таким направлениям, как улучшение инвестиционного климата, реализация ряда инвестиционных проектов и комплексное развитие территории. Также область заявила в Минпромторг России сразу три инициативы по созданию промышленных технопарков в Ульяновской области – металлоконструкция, композит и электроник. Это позволит локализовать в регионе мощные промышленные направления. Ведутся переговоры, есть потенциальные резиденты под каждую площадку. Потенциал промышленных технопарков Ульяновской области губернатор представил заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексею Беспрозванных.